Здравствуйте, друзья. Мы везем знакомить Бусю с новым жителем нашего кота-кафе. Я давно о нем мечтала, и вот он наконец-то у нас случился. И когда-нибудь я соберусь с мыслями и уже расскажу вам про это наше кота-кафе. Но не сейчас. Сейчас только пока познакомим с новым жителем. Бубочку и вас. Всего приятного просмотра. Ожидающе. Как чувствует, что кто-то должен прийти. Ой, где же наш Вовочка? Где же? Опа! Что за штуковина? Дори! Скажи, это что? Это что? Куда меня принесли? Скажи, коты мне нравятся. А это кто такие? Бубочка. Кто там у него? Скажи, что за страшная вещь? Что за страшная штука? Непонятная. Пусть глаза, как обычно. По 10-рублевой монете. Мне нравится Кисина внимательность. Я уши забрала, такая, ой, Вовочка, слава богу. Слава богу, ты свободен. Господи, господи, тебя кто атаковал? Ну, исчез. Ну, исчез, благо. Ты жив-здоров. Я рада. Просто этот хвостом виляет, говорит, играть хочу с Кисой. Он даже не видит, ну, Буся. Что за внимательность? А, пошла диван свой нюхать. Диван, говорит, мой. Здравствуйте. Здравствуйте, мой диван. Ты не замечаешь кое-кого? Блин, не видно. На, ты посними. Жопа, жопа какая-то. Жопа у щенка. Что чем пахнет? Очень пахнет. Очень пахнет. Кошка какая классная. Кошка. Страшно, он говорит. Маленько страшно. Он хочет не страшно, он хочет играть уже. Идти с ними. Дори. Тебя не смущают эти две глыбы здоровенные? И говорит, опять куда-то хреновину притащили. Вообще странную, вонючую. Она у нас останется. Посмотри на кису. Тогда я вообще говорю, ну, глыбочку. И да, да его поддержать лапами. Жена чувствовала, где вонюка. Ой, хочу играть, как играть хочу. Дори, ну ты видишь, какие они здоровые? Посмотри кошку вообще. Не нюхай, что? Аккуратно меня нюхай. Неаккуратно нюхай. Окей, надо загораживать. Генза говорит, я тут звезда. Я тут звезда. Дори, прыгать перед ними не стоит. Веня, мы как узнали, тебя защищать не будем. Бубочка, бубочка. Маленький щеночек, да? Слишком маленький какой-то. Это котун. Лапка, лапки. Фу. Фу. Противный какой-то. Противный какой-то. Не надо с ним, аккуратно надо. Это не игрушка, это не игрушка. Это собачушка, которая хочет уже бегать, прыгать. Скакать хочет. Писька. Ты такая записечка такая, какая у тебя, писька есть. Кобель, что ли? Веня, я поняла, почему тебя кобелем все считают. У тебя шейник синий. Все думают, это псина кобелина. Это здесь синотик. А такая у меня пасть. Ну надо аккуратненько, с него же щеночек. Хвостик. Хвостик, хоть потрогай. Хвостик. Хвостик. Хвостик потрогаю лапками, аккуратненько. Лапками хвостик потрогаю. Ой, дочка.
губка. Ну, надо аккуратно. Вот, скажи, я и так аккуратно, даже ни одного когтя не достала. Скажи, чего вы паникуете? Какие паникеры. Ой, какой противненький. Какой противненький дрыгается. Толя, что растанцевался? Сейчас гулять пойдем в лес. Свиньи. Без кисы. Киса подумает, что ты белка. Веня говорит, это что за собака? Заводите кошек, крокодилов, игуанов, но никаких собак. Да никаких собак не надо заводить, не надо. Ой, какой ты такой вообще ревнивая попка старая. Пойдем попьем, пойдем водички попьешь. Кис такой, ну-ка, это моя вода. Водичку будешь? Не хочешь? Не хочу. Я не надо мою воду пить. В кабине может. Я свою воду попью. Сама. Вода моя. Это моя вода. Посмотри на эту морду вообще, бесстрашную, ушастую. Мясо будешь? Скажи, фу, мясо. Ну ты что, хаваешь мое мясо? Венза, можно? Так, иди сюда. Я тоже миску съел, смотри. Завелся еще один борзой вообще в этом семействе. Чего я мясо ешь так нагло? Как так вообще? Ну пусть оно поешь с нами, ну вот мяско, на. Ладно. Ладно. Нет, иди сюда. На. Что такое? Вы чё? Собаки, блин, кошки, такие наглые. Телятину они есть не хотят. Дори вон такой быстро, говорит, опа! Ничего вкуснее не ел. Опа! Такой надо это, быка за рога хватать. А эти, вот, посмотрите на закормленных этих животных вообще. Их попробуй заставить есть. Половина, ребенок растет вообще, сразу. Ням-ням-ням-ням-ням. Голову куриную пожую. И то не буду. А что, Веня, такое? Что у нас? Говядину вдруг мы не едим. С каких-то пор. Все говорят, ну нифига себе. Посмотрите на это вообще. Он говорит, надо расти срочно. Не надо его обижать. Ну что, мою еду ест? Мою еду. Лучше поешь. Это вообще-то телятину я тебе от кости большой отделяла, а ты спасибо большое. Кушай. Надо, блин, ему тоже что-то забрать. Я думала, он чуть-чуть поест, а он как налетел. Всех испугал животных вообще. Ты зачем леопарда пугаешь? Вкусно. Так, Дорик, давай-ка хватит. Куриная башка! Нормально! Нормально! Грозный вообще. Леопард. Ешьте мясо лучше. Ты будешь? У меня вообще-то для вас были паштетики вкусные. Ой.
Вене сейчас идут. Теперь еще по тарелкам надо. Вот так их все разбил. Вот на кафе. И какого чувства? Самосохранение. Буся, ты когда вот так вот идешь и вытишь, очень жутко выглядишь. А что, не нравится, когда... Украли уже, не поздно лавить уже все. Воронье. Посмотрите на эту овчарню вообще. Боже мой, с леопардом проще справиться, чем с двумя собаками. Давай отгрызай, Вене отдадим. Вот он мне вообще сейчас класс от такой грызоты вывалится. Давай своими детскими зубишками грызай. Давай уже, давай. Все, на, ревнивая. Все съели, все съели, все. Ой, ревнятина. Вот это выход. Катучая, блин. Подкат какой-то сделала. Скажу, ну очень интересно. Скажу, ну я ж аккуратненько его подкину пару раз лапку. Да и все. Не буду я его есть. Мне это надо. Я говорю, и говядину-то вашу есть хочу. Не то, что... Ой, отрыжка. А кто что пожрал-то? Пошла куда-то. О, так ты, блин, нарыгал тут вот и невкусно стало, там ушла. Кошки же, знаешь, какие аккуратные. Уже классная кошка. Давайте такую в подкафе заведем. Только чтобы можно было с ней играть. Ты посмотри на их морды вообще. Такие, такие недотроги. Все, баки не разрешают себе поиграть. Ой, ой, дамы видны. Тявкает еще, да? Наглый. Наглый. Ой, наглый. Ой, наглый заяц лопоухий. Заяц лопоухий. Острый колючий, а этот. Собачья. Дори. Ты такой кобелина вообще. При ударе решил за девкой. Ой, киса, говорит, все, фу. Ой, какая ты ворчливая! О, хвост огромный. Я что, её за хвост не укусил? Скажи, поиграть с ней за хвост потянуть. Такой вот классный. Да он и вонючий. Да ладно, вонючий. Скажи, я ваших этих собак вообще трогать не хочу. Да ладно тебе, ладно. Гулять-то будешь с Дори? Булочку. И я. Там Вовочка уходит, и Бусе больше никто не интересен. Хоть пляшите на ней. Ой, ты балбес. Все, Венечку провожаем с Вовочкой. А! Сейчас гулять пойдем. Но без Буси. Все, друзья, втроем. Спасибо за просмотр. Не забывайте ваши лайки и подписывайтесь на наш канал.
Все, пока-пока. Все, Дорька уже засыпает, а нам еще гулять идти. А Бубка нас провожает. Бубка, скажу все, до свидания. Спасибо, что пришли, больше не приходите. Скажу все, всем пока-пока. Все, пока-пока, пока-пока.